общаясь с природой, когда находишься долго-долго в тишине, начинаешь слушать гармонию в природе. Когда ты это услышишь, вдруг почувствуешь, вот эта гармония придет к тебе, тогда все дела становятся неважными. Все становится неважным, то, что там осталось в цивилизации. И иногда даже пугаешься, что тебе так хорошо здесь, на природе, ты никуда не хочешь. То есть ты в гармонии с космосом, в гармонии с богами, и ты уже начинаешь творить мыслью. Твоя мысль начинает творить. Если ты посылаешь мысль в разные стороны, она все-таки дойдет до адресата, дойдет до людей. Я думаю, что один человек, сидя здесь, вот в этой избушке, может сделать гораздо больше, чем очень богатый предприниматель, который может дать деньги на церковь, может дать деньги на больницу. Так вот, я думаю, один простой человек своими мыслями здесь, в тишине, в гармонии с природой, может дать людям гораздо больше денег.